Представители партии АУЛ думают, как повысить престиж профессии учителя. Сегодня кандидаты в депутаты встречались с педагогами Кызылорды. Для привлечения кадров на село педагог, он, наверное, должен понимать свою значимость и то, что действительно начинается все со стен школ. Чтобы быть конкурентоспособной страной, соответственно, мы должны развивать каждые уголки нашей страны. Партийцы также отправились в Сырдарьинский район Кызылординской области, где встретились с местными крестьянами и обсудили вопросы рисоводства и животноводства. Кандидаты в депутаты познакомили потенциальных избирателей со своей предвыборной программой.